На 5 пожаров выезжали в выходные дни спасатели области. Жертвами огня стали 2 человека. Повреждено 3 строения. 16 октября в 6:24 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Креница Пружанского района. По прибытии к месту вызова подразделением ЧС наблюдалось горение внутри дома с выходом на кровлю. В результате огнем повреждены кровля, перекрытие, внутренняя отделка имущества. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 48-го года рождения. Причина трагедии устанавливается. 17 октября в 2:54 спасателям сообщили о пожаре в жилом доме в агрогородке Городец Кобринского района на улице Советской. В результате огнем уничтожено перекрытие, повреждены стены, имущество, внутренняя отделка. На пожаре обнаружен погибший хозяин 89-го года рождения. 3 дорожно-транспортных происшествия произошло в области за выходные дни. 3 человека получили травмы различной степени тяжести. 16 октября около 3:20 часов ночи, по предварительной информации, 24-летний брещанин управлял автомобилем Audi и двигался по улице Шевченко. Напротив дома 108 не справился с управлением и совершил наезд на световую опору, а также заборное ограждение. В результате происшествия водитель с травмами госпитализирован. В Ивацевичском районе за руль автомобиля сел нетрезвый водитель, за что поплатился. 44-летний житель Ивацевичского района, не имея права управления, находясь в состоянии алкогольного опьянения 1,1 промилля, управлял автомобилем Peugeot. Не справился с управлением, съехал в кювет, а также врезался в придорожное дерево. В результате происшествия нетрезвый водитель с травмами госпитализирован. В Пинске задержали хулиганов, которые поджигали заглубленные мусорные контейнеры. Молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по дороге в магазин за очередной порцией спиртного начали поджигать спички, бумагу и бросать их на встречавшиеся по пути мусорные контейнеры. Причину такого поведения они пояснить так и не смогли. Своими действиями они причинили ущерб городу на сумму более 3000 рублей. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за хулиганство.